Ребят, всем привет! Привет! Как мы и обещали, сегодня мы посещаем выставку мебели. Посмотрим, может быть, какие-то инновации. Будем налаживать контакты. Пойдемте. Бронза. Бронза. Все в китайском стиле. Вот. Именно павильон именно сделан вот для таких штуковин, из бронзы все. А, ну вот, смотрите, у них стулья получаются, вот они, элементы бронзы используют, стулья. О, какой он тяжелый. Выставка проходит в выставочном центре «Фазол», и с нами Валентина, она эксперт в области мебели, то есть она знает о мебели абсолютно все и может сказать, какая мебель хорошего качества, какая плохого. Начнем с той мебели. Давайте посмотрим. Это МДФ шпанированная бумага и потом покрашенная лаком. 2000 юань. Дорого, не? Дорого, конечно. Вот, ребят, нашли павильон, в общем, здесь недорогая мебель. Это домашним кинотеатром, то есть здесь очень удобно сидеть, удобно смотреть. Боковинки кресел раскладываются. Берут в основном где в сауны, телевизор смотреть. Эта мебель недорогая вообще. Недорогая? Ну, а цену бы узнать. Я очень люблю эту мебель. Вот так. Ну, получается, эта сторона тоже, да, все, я вижу. Да, они по бокам имеют. Да, да. Но они, что хорошо, вот видишь, у них отдельная часть есть, ее можно запулить там, там, где хочешь, вставляешь. How much? Каша? Так, узнаем, сколько стоит диванчик. 3800. 3800, это что, юани, да? Да. 3800 стоит. Ох, нифига себе. Вот это да. Вот это да. Ну-ка, как она тут делается? Человек должен упереться и маленько. Ага. Нифига себе. А там какие-то пружины, я так понимаю, да, стоят? Механизм там есть. Прям сразу же тебя вообще поднимает. Оп. И маленечко вот так вот расслабиться. Удобная вещь, да? Поставить на место. Удобная вещь, да? Для того, чтобы мебель была очень удобной, нужно на нее всегда садиться. Это раз. Во-вторых, нужно упираться хотя бы плечами. А если есть возможность упереться затылком, это идеально. Тогда человек на этой мебели может просидеть очень длительное время. А если она до поясницы, это мало. Это мало. Человек через 2 часа начнет ерзать. Поэтому эту мебель называют как мебель для кинотеатров. То есть в ней удобно смотреть телевизор. 3800 это дорого, нет? Нет, 3800 это недорого. Недорого, да? Нет. Это нормальная цена. Ну, у вас есть такие контакты, получается? Есть, вот, есть, да? Есть фабрика, да. Вот, кстати, если ее брать оптом, намного дешевле.
дешевле, да, будет прайс? Все понятно. Вот она есть сенсорная. А, здесь уже электроника стоит. А, ну это похоже просто раскладная. Да, здесь есть USB, то есть можно послушать. А вообще что за материал вот этот? Это набук такой, это искусственный такой, такая кожа, но она очень хорошо и ноская, то есть она нормальная кожа. Это между кожей и тканью. Вот, например, эта кожа. Эта кожа, это китайская кожа, не самый плохой вариант, но она соответствует этому изделию. То есть если изделие дешевое, то, конечно же, они сюда не поставят дорогую кожу. Но она приемлемая по цене, она нормальная. Она мягкая, ну, да, за ней да. можно ухаживать. То есть это не самая плохая кожа. Я бы сказала, что даже нормально очень. Угу. Ну вот материал получается натянут вот этой кожей, да? Да, это кожа. Ну прям очень приятно по ощущениям. Пластиковая стулья. Чаще всего это для террас, уличных террас. А вообще, когда мы покупаем стулья, то уточняем сразу, на какой вес они рассчитаны. Потому что китайцы в основном 90 килограмм, для них это нормально. Но мы должны купить примерно для России и других стран, мы покупаем до 160 килограмм. То есть стул будет дороже, сам стул тяжелее и дороже. Да, больше материала используется, да, вот пластика. Эти, кстати, стулья у меня есть, запасные эти стулья. Сейчас мы проверим цены. У вас есть заказ на такие, да? How much chair? У меня есть заказ на 60 стульев. Мне их предложили у нас в Ашане за 185 юаней. Мы сейчас проверим их на выставке. Куда заказали? На Россию? Да. Куда в основном заказывают Россия? Москва, Новороссийск, Чечня. 30. Доллар? Нет, мне кажется, она что-то это... Нет, 30 долларов. А то я испугалась, думала, 30 юаней, это не может быть. 30 умножим на 6,9. 207, вот тебе и выставка оптовая. Здесь дороже, чем у нас в рознице в Ашане. А в Ашане сколько еще раз? 185. Вот так вот. Да. Вот это новинка, то, о чем мы сейчас говорим. Эти стулья можно использовать в барах, на террасах. Очень даже неплохой вариант. Сюда бросают еще мягкое сиденье. И сейчас это альтернатива ротангу, который может рассыпаться, расклеиться, влияние погодных условий на них. Вот, давай перейдем сюда. И вот смотрите, вот, он выглядит как ротанговый стул, но он пластиковый. А, ну да, срок точно. Срок эксплуатации увеличивается сразу в 100 раз. Мы сравним сейчас с ротангом. 70. Он наполовину дешевле, чем ротанг. Это доллар, да? Да, сделай. То есть он стоит... Юань, сколько получается? Это вещь. Ну, нормально. 115 юань. На рубли это примерно 1000 рублей. Примерно. Не знаю, видно будет, но вот. Примерно, вот посмотрите. Как будто бы плетенка ну, идет. Очень крепкий, прям вот очень крепкий ага, пластик. Я могу. А сколько, спроси, сколько выдерживает, вес какой? Нет, а я вам сейчас сама скажу, сколько вес выдерживает. 160, 200 и 300 выдерживает. Да, он очень крепкий. Вот тут уже цены, как у нас в Ашане. Можно, кстати, пройтись, у них вон еще да, интересное. Да, сейчас вам расскажу про эти стулья. Вот эти стулья сейчас очень пользуются спросом в ресторанах. На них чехлы одевают. Значит, их называют стульями Наполеон. То есть относятся к классике Наполеон. Интересно, очень, да? Да, они бывают из металла, из алюминия, красят их в разный цвет. В данном случае из пластмассы, причем хорошей пластмассы. Ну так, достаточно тяжелый. Вот он, пластик, ребят, смотрите.
интересно. Да, что-то новенькое. Но это в Турции они находятся, правильно, фабрики? Да, они продают в данном случае для китайских или Китая. Ладно, через несколько месяцев в китайских магазинах то же самое появится. Ну да, потому что китайцы заходят, фотографируют. Здесь это быстро. Да. На каждой выставке есть карта, на которой, собственно, можно, по которой можно сориентироваться. Берете карту, да, такую, здесь получается по секциям разбито именно этот комплекс. Допустим, красный, вверху синий, допустим, по блокам разбит. И получается, наблюдаем, можно вот здесь. И также они еще пронумерованы. И здесь перечень идет. Читаем, в общем, какая выставка интересная. Переходим в данный блок и смотрим себе что-нибудь интересное. Карту можно взять вот в таких отделах. Они находятся в главном холле. Посмотрите, выставка настолько большая. Получается, мы вышли с этого блока, идем в этот блок. А также есть блок через дорогу. Тот блок, получается, возят на автобусах. Бесплатно автобусы. То есть вон там садятся, вон там остановка, вон очередь выстраивается. Если вы приедете в Пашань, то мы пойдем на фабрику, которая делает, вы видите, производство, делает эту мебель. Давайте спросим, сколько стоит кровать. Uh-huh. Я покажу вам кровать, то, что идет на Италию. How much? Only bed. Очень популярная модель. $1000 стоит. В общем, вышли с этого выставочного зала. Там классика, да? Да, это классика. Копии брендов. Копии брендов. Очень удачные копии и недорого. Это информация для оптовиков. Цвета они меняют, цвет мебели. Кожа хорошая, дерево хорошее. Работает опт от контейнера, правильно? Да. Что вы там про писк моды говорили? Это винтажная мебель. Сейчас это очень модно, за ней приезжают. Значит, делается она из твердых пород дерева, мебель устойчивая, тяжелая. Как правило, это дуб. Видите, покрашено все под старину. Очень удачно. How much table? Да, мы сейчас сделаем сравнение. У меня столько заказов на эту мебель, но уже в работе. Сколько долларов? $195. Дешево, да? Кстати, если фабрика далеко находится, как бы... Да, фабрика находится далеко. Будет проблема? Это мебель, проблем есть в Ашане. Не проблема. Французский стул вот рекомендую для ресторанов. Это просто мебель бесподобная. Модно. Very good. Да, для ресторанов. Для ресторанов? Красиво. How much? У нас 55. $55. $55. У нас 60 с чем-то. Неплохо. Оно вот этим материалом обшито, получается. Угу. Коврик прикольный. Из этого же материала сделан. Он прям такой мягкий-мягкий вообще. Но внутри поработка. Да-да-да. Эта кожа не подвергается царапанию. Она за ней уход нужен меньше, чем за царапанию. Светильник. Вы заметили, нет? Вообще светильник классный. $5,768. Комплект из трех изделий, два дивана, кресло, да, все, три изделия стоит $5,770. Вы хотели что-то новое, вот я вам предлагаю. Это то, зачем сейчас едут россияне. Это фишка, да? Да, это фишка. Это еще не все.
Интересно. How much? 350. В этом производстве вот эти шкафы, штук 10, вот они. Это шкафы для посуды. Mm-hmm. Они, можно их поставить в столовую. На кухню. В общем, за этим вот и приезжают. Ну вот, ребят, смотрите, какая экспозиция. Посмотрите, какой фасад. Зой. Птички поют. Прям как будто в джунглях находишься. Каталог вот на диске и бизнес-карту. Она просит нашу бизнес-карту. Дай, пожалуйста, ей. Okay. Поднимается. По нажатию вот этой кнопочки. How much is this one? $500. $500, right? Yeah. $500. $100 где-то будет стоить такой стол. Вот он до сих пор опускается. Вот такие технологии. Этот стол стоит $278. Люблю такую мебель вообще, да? Mm-hmm. Она получается практична для дома, да? Для дачи, для дома. Многофункционально. Многофункционально, да. То есть можно и детей посадить за стол. И самому можно сесть. $43 стоит. Yes. Вот такая вот выставка мебельная. Прошлись очень много интересных моментов, взяли очень много контактов, да, интересующих. Были, в общем. А также есть возможность с Валентиной посетить фабрику. Валентина, вы говорили, что да, у вас... Да, я могу показать любую фабрику. Если есть вопросы, мы вам покажем производство вот сюда. То есть, если интересно, да. А также, если у вас, ребята, будут вопросы по мебели, по качеству, то есть какие-то, может быть, нюансы, пишите в комментариях, мы в следующем видео зададим Валентине вопросы. Пишите фотографии ваши, мы тоже прокомментируем ваши мебели. Да? Все, всем пока. Спасибо за просмотр, пока.